четвертый раз в Ненецком округе прошел конкурс профмастерства «Обилимпикс». Это международное некоммерческое движение зародилось в Японии в 1971 году. Обилимпикс, или по-другому Олимпиада возможностей. Это чемпионат по профессиональному мастерству. Возраст участников варьируется от 14 и до 65 лет. В этом году мы проводим чемпионат по 9 номинациям. Часть компетенций для взрослых, часть для школьников и часть для студентов. Для студентов у нас компетенция обработка текста. Для взрослых у нас вязание крючком, спицами и предпринимательство. Остальные компетенции для школьников. Для участников этот чемпионат – возможность не только показать свои умения, но и встретиться со своими друзьями. Для школьников в этом году были подготовлены интересные компетенции. Например, одна из них – резьба по дереву. Мы вырезали линии и треугольники. Их надо вырезать ровно, чтобы не было осечек всяких, и аккуратно, чтобы не было порезов. Резьбой по дереву занимаюсь редко, потому что иногда бывает лень. Поэтому не очень хорошо умею вырезать. Но все же знаю азы, поэтому вырезаю. Чемпионат проходил на трех площадках. В самом Центре развития образования, в детской школе искусств и во Дворце культуры «Арктика». В дни чемпионата были не только соревнования, но и различные деловые программы. Например, тестирование ребят на профориентацию. Ребята проходят диагностику и им даются рекомендации, в какой области им лучше применить свои знания, умения и навыки. Также мы проводим круглый стол для специалистов образовательных организаций. Те люди, которые заняты с воспитанием и обучением данной категории людей, они тоже приобретают определенные знания, получают методические рекомендации, как лучше и правильнее направить ребят в ту или иную профессиональную область. По итогу чемпионата были выбраны победители и призеры во всех компетенциях. Их наградили дипломами и призами, а победители отправятся на всероссийский этап Обилимпикса. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, телеканал «Север».